уже дома. Настюшу уложили спать. Я сбегал, купил, что захотелось пить там, воду чуть-чуть купил. Еще купил отметить наш Apple MacBook Pro. Жена его не видела. Взял мартини. И по акции там было со Швепсом он шел. И смотрите, предлагают смешать мартини и Швепс. Мартини и тоник в пропорциях 50-50. И будет типа вкусно. Мы никогда такого не пробовали. Естественно, мы пили мартини, но не пили его со Швепсом. Посмотрим, что это такое, вкусно или нет. У нас специальные бокальчики для мартини есть. Продегустируем. Обмоем компьютер. Половина Швепса. И половина мартини. Я не знаю, сколько их. У тебя четко не получится, или 50 на 50. Езжая красивая. Мартини в холодильнике. Доставай. Продегустируем. У нас в принципе есть и лед, есть и лимоны, есть и все. Давай открывай. А это мед. Вкусный. Буль-буль-буль. Где-то так, наверное. Можно вообще по вкусу. Да, ну давай попробуем. Потом, если понравится, возьмем туда, утащим. Синь-синь за нас и за компьютер. Это вкусно, только хочется холоднее. Это очень вкусно. Мартини с лимоном. Ну, холоднее, у нас есть лед, если что, добавим. Сюда обязательно нужно, это вообще не холодно. Надо было сразу в морозилку. Ну что, мы и лимончик добавим, и лед добавим. Ну, горечь немного, вот эта Швепса присутствует. Я больше люблю просто лимончик. Ну, давай тогда. Останутся по себе сладенькие, так что если я чуть-чуть все-таки добавлю. Угу. Добавь, и мне добавляй. А лед будем есть? Будем пить, лед есть. И будем пить, отмечать. У нас еще есть шоколад. Пойдем туда с паспортом. Все карты раскрываешь. Не будем. Вы ничего не видели, вы ничего не знаете. Да-да. В трюфеле белый шоколад. Попробуем эту штуку. Еще корону. Эх, ляпота. А сегодня классный денек. Сегодня день ангела у моей зайки, у Олечки. Да. Вчера я зайке принес цветочки. Ну да такое. А вот и зайка моя. И сейчас пришел и не показывай, что у меня в руке. Настюша понюхать хочет. Скажи привет всем. Привет, да, вот так. А вот зая приготовила нам вкусный ужин, поэтому любой... Дорогой, ты не успел. Смешно. Смешно. Юморишь за чувство юмора 5 баллов. Ладно, тебе. Там еще. Настюш, да? Ты чего кричишь? Внимание не обращаешь. Да? Так что там у тебя в пакете поведение? К ужину? К ужину надо кое-что подарить. Вот смотри, Настюша, и маме кое-что тут в таком пакетике непонятном. Нравится. Да? Называется «Угадай, что в пакете, и получишь». Настюш, что такое? Это что-то съедобное, что-то? Ну, что там показывают? Там Рафаэлла, 100-летняя Ева. Печеньки классные. Вот такие вот. Не знаю, попробую. Взял гранола. Тебе. Гранола. А, это гранола Битс. Байтс. Тут какие-то супер полезные. Ну, как штуки. Тебе сказать? Ну, возможно. Да, тут же ты смотри по составу, и поэтому... Вообще, да, я да, выбирал, да. Я старался для моей зая. Я же знаю, что ты переводил? Да. Черный швейцарский шоколад. Такой маленький, небольшой презентик. Спасибо, котик, очень да. Классный. Откармливает меня. Да, тут а худышно что? И совсем да. Исхудалось. Я поездила по дачам, нормально так отъелась. Вареником. Зато моя зая приготовила вкуснющий обалденный ужин. Я очень хочу кушать. Настюша уже поела.
Да, мы пупсик? ждали тебя. Ну, я вот пришел, бананов купил. Да. Ну, все, пойдем и кушать. Жена тут тусуется. Такой разгардияж тут везде, короче, как всегда. Настюша играется. Ребята, помните, я очень хвалила, когда мы были на Кипре, сыр халуми, который жаришь, и он такой хрустящий, вкусный, классный. Короче, нашла я в одном магазине в Киеве халуми украинского производства. Настюш, тихонечко. Халуми украинского производства. Вкус немного отличается, но жарится очень круто и тоже очень прикольно получается. Тоже просто особенность сыра халуми в том, что у него очень высокая температура плавления. За счет этого он жарится таким образом. В общем, я очень довольна, и цена адекватная. И самое крутое, что этот магазин открылся в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Это вообще просто шикарно. Саша с тунцом, просто огурцы-помидоры, а у меня здесь еще киноа, кашка. Мне очень нравится такое сочетание. Сегодня я хочу показать вам вот такую красоту. Мойка самообслуживания называется. Ты просто подъезжаешь, платишь денежку и сам моешь свою машину. Это классно, я никогда на ней такой мойки не был. Решил, был поблизости, решил заехать посмотреть, что это такое. Передо мной было машин 6, но очень быстро очередь идет. Достаточно много боксов, они подъезжают и все, и водители сами моют. Это происходит куда оперативнее, чем если на обычной мойке, поверьте мне. Я вот вижу машину раз и уехала уже. Он только приехал, помылся и уехал. Интересно, я никогда, повторюсь, не был на таком вот движе, мойка самообслуживания. Прикольно будет помыться и посмотрим, сколько это все стоит. Да, тут явно не хватает девчат, которые за дополнительную плату вам сами помоют автомобиль. Или там не девчата, а обычных рядовых сотрудников. Хотя мойка сама по себе называется, мойка самообслуживания. То есть, понятное дело, ты сам это все моешь. Но можно, допустим, за дополнительную плату было бы сказать, чтобы чувак тут тоже тебе помыл. А тут поставить кофейню где-то, чтобы чуваки сидели там, за это время кофе попили там 10 минут. Хотя, наверное, сам бы формат потерялся бы. Такой бизнес-идея. Это классная бизнес-идея на самом деле. И вот уже я первый в очереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь боксов. Это очень нехило. Это лично эта мойка самообслуживания находится на Поздняках, возле метро, возле эпицентра. Так что, если что, приезжайте сюда купать своих девочек. Купать своих малышек, да. Короче, один жетон стоит 25 гривен. Я говорю, на один я успею помыть. Она говорит, если водой успеете, если пеной, то нет. Я взял два, чтобы и протестировать пену заодно. Тут прикольно. Засидит туда. Пина, синий пистолет, чистая горячая вода, холодная вода, виск, осмос вода. Прикольно. Ну что, мы начинаем. Получается, один жетон, одно действие. Ты сначала пеной проходишь, платишь 25 рублей, потом еще и водой. Еще 25 рублей, второй жетон включается. Очиститель, как я понимаю, это вот этот. Так вот все стоят и протирают машины тряпочками. Ну что, прикольно, 50 рубасов и машина помыта. Естественно, видите, вот оставались следы. Эти следы фиг ты уберешь с помощью пистолетика с водой. Нужно тряпочкой проходиться, причем основательно проходиться. Сегодня у нас две пиццы. Тоже из Ильмарина. Одна наша любимая. Кватро формаджо Россо. А вторая... Дитакино.
Вот это интересно будет посмотреть. Зай, откроешь вот это? Я да, я две заказал. На, давай посмотрим вот это. На, порежь. Внизу там отрез. Мама, наш не мог дать мне это. Вот с грибами заказал? Это с индейки, сосиски. Все равно. Ты же знаешь, у них такие. Ну, я и то, и то взял. А это квадро... Это наши. Наши любимые. Поцелована погнали. Кстати, вот это диточина. Так себе пиццу не заказывайте. Самое классное это формаджо росс.